Привет, народ, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про топ-танки 8 уровня. Этот видос был сложнее, чем 9 и 10 уровень, поскольку 8 уровень перенасыщен танками. Здесь прем-танков очень много, поэтому этот топ сложный. Но также, честно скажу, здесь есть о чем поговорить только про тяжелые и средние танки. Там есть реальные имбы, которые можно назвать лучшими танками. А вот у ЛТшек и ПТшек там все скучно, там нету танков, которые ярко выделяются. Допустим, давайте поговорим про ПТ. Следующие прем-танки, они абсолютно имеют одинаковую серверную статистику, просто они с разным геймплеем. Су-130ПМ, ТС-5, G-SOR, ВЗ-120 и Су-130 Скорпион Г, Туртл МК-1, СТРВС-1 и Су-152К, Кэнон 105, АМХ Кэнон 105. Все эти танки имеют практически одинаковую статистику. Плюс-минус немножко там отличаются, но нет танка, который бы выделялся. Тут даже говорить особо не о чем. Могу выделить только танки, которые лично мне нравятся. ВЗ-120 за его хлесткий характер. Он такой ДПМный, с альфой, маскировка, броня лобовая, если играть через рельефик. Танк прикольный. Можно неожиданно разорвать очень быстро команду врага. Но опять же, это ПТ, играть на нем сложно. Скорпион Г, за то, что на нем мне играть легко. Просто держишься от врага на 450 метров и бахаешь своей точной пушкой. Плюс берешь большее упреждение, поскольку летит медленнее снаряд, чем обычно. Но это просто интереснее стрельба за счет того, что ты берешь упреждение не как обычно. Быстрая скорость, можно подъехать вблизи врага, наказать, поскольку есть башня. Но танк большой, ватный, без маскировки. Но мне на нем легко играть, и на нем все равно какой уровень боя. Просто бахаешь по 500 и все. Туртл МК-1 мне нравится, потому что это, грубо говоря, тяжелый танк. Если играть через рельеф, ставить хорошие ромбики, то в ближнем бою на ДПМе он разносит тяжей только так. В этом его фишка, он прикольный. Но я не могу сказать, что остальные прем ПТ хуже. Да, если взять какой-нибудь Т-103, то да, это помойка. На нем только пушка классная, остальное все фигня. Еще есть Яга 8.8, это тоже мусор. А вот все остальные прем ПТ, которые я перечислил, они прикольные. Но, допустим, мне они не нравятся, ну и что? Но люди результат делают на них такой же, как и на этих. Что касаемо прокачиваемых ПТ 8 уровня, там вообще особо выделить нечего тоже. На первом месте, как обычно, бронированный Т-28. Эти американские ПТ всегда на первом месте по серверной статистике. Но я бы не сказал, что танк, который не едет и легко пробивается в лючки, может быть классным. Скорее всего, просто на нем в среднем все хоть что-то откидывают и все. Потом Cherry Water. Это, грубо говоря, какой-то аналог Скорпиона, только нет стабилизации вовсе. Скорпион, как по мне, поприятней. Танк такой себе. Борщ и Удис, два кустарных победителя. Это тоже такой себе геймплей. На 8 левеле мне среди ПТ больше выделить нечего. Я перечислил те ПТ 8 уровня, за которые хотя бы глаз цепляется хоть за что-то. Остальные даже вспоминать не хочется. В целом ПТСА у 8 уровня как-то грустненько. Для меня лично существует парочка премиумных ПТ 8 и по сути все. Теперь переходим к тяжелым танкам. Здесь действительно есть о чем поговорить, поскольку есть танки, которые очень сильно выделяются. На первом месте 100% Шкода Т-56. Грубо говоря, это девятка на 8 уровне. Офигенная броня в башне. Лютый ДПМ с альфой 460 и барабаном на 2 снаряда. Мы практически 1000 урона с барабана быстро раздаем и отдыхаем. При этом обильное количество всяких кучек мусора по всем картам нам помогут поиграть от башни. Танк очень сильный, кайфовый, просто обалденный. Да, у него недостаточно пробития там, насквозь мауса не пробьешь. Да, корпус не особо бронированный. Но этот танк про нанесение тонны урона. И он в этом может очень хорошо. И очень крепкая башня. Что еще нужно? Следующий танк, это, наверное, лучший фармер на 8 уровне. Это Ренегат. Обалденный обзор, офигенная пушка, точность, стабилизация, пробитие, ДПМ, альфа, все при нем. Но минус, у него слабая броня. Это, грубо говоря, тяжелый танк поддержки. Умеешь на таком играть, будешь много фармить и нагибать команду врагов. Объект 703, вариант 2. Это, наверное, один из самых плотных и крепких тяжелых танков.
процент выживания на нем у меня очень большой. Также обалденная пушка, стабилизация, точность, все классно. Стрелять легко, орудие такое ощущение, как будто бы всегда сведено. Стрелять очень просто. Также это двухстволка, у него мини-барабан на два снаряда, иногда можно бахнуть залпом в ближнем бою в какой-то ватный танчик. Броня во лбу обалденная, лючков практически не видно, танк танкует очень хорошо, да и корпус бронированный, что во лбу, что в борту. Танк реально клевый. Из минусов у него не сильно опускается орудие и легко выбивается боеукладка. А так это просто супер танк. Переходим к прокачиваемым. Самым сильным и по статистике, на мой взгляд, является Кернерван. Это тоже танк поддержки, как и Ренегат. Но альфы у него поменьше, а вот ДПМа просто много. Это какой-то скорострельный пулемет. На нем хорошо играть от башни. Да, у него большой ватный корпус. Но через рельеф он накидывает тонны урона очень быстро. Танк очень прикольный. Эмиль 1. Это такой младший брат Кранвагена, у которого еще недостаточно брони в башне, но барабан уже интересный. И каждый танк ветки Кранвагена обычно на первых местах по статистике на своем уровне. Эмиль 1 не исключение, поскольку тоже является классным танком. Прожета мод 54. Единственный нормальный тяжелый танк итальянский. Подвижный, удобный, интересный танк. Конечно, брони в нем не слишком много, но приятное орудие, приятная мобильность. Танк, в принципе, клевый. Намного интереснее, чем остальные танки в ветке. Ну и танк, так сказать, изюминка лично от меня для хорошо играющих. Если скилл позволяет, один из сильнейших танков на 8 уровне это AMX 50-100. У него в барабане, грубо говоря, смерть одного врага. Вам всего лишь за бой нужно раздать пару барабанов, и вы уже сверхэффективны. Да, он ватный, но вам не нужно ни светить, ни танковать. Вам нужно просто сфокусироваться на своем барабане, который нужно хорошо и четко раздать. Пару раз за бой, и вы уже имеете шикарный результат. Переходим к средним танкам. На первое место я ставлю однозначно Astran Rex. Его здоровенный барабан, в случае как и с AMX 50-100, очень сильно решает исход боя. Но раздать его сложнее, с одной стороны, поскольку в барабане КД между снарядами 4 секунды. Но с другой стороны у нас маленький силуэт, неплохая броня как для быстрой СТшки, хорошие УВНы. Раздавать барабан реально удобно, кататься по рельефикам, играть через холмики, все кайф. Плюс это еще СТшка с хорошей максималкой, но недостаточной удельной мощностью. Танк медленным не назовешь, но и быстрым тоже. За счет этого удобно кататься по всей карте и как танк поддержки искать, кому же раздать свой шикарный барабан. Но раздавать нужно таким образом, чтобы не разменивать хп на выстрелы врага, а из-под тишка раздавать так, чтобы врагу было неудобно. Поскольку у нас между пульками 4 секунды, если мы будем с врагом размениваться, он нам в ответ тоже много напихает. Если это уметь делать, танк крайне сильный. Мне он очень сильно понравился. Это для меня, наверное, лучший СТ-8. Дальше идет Бураск. Бураск это какой-то стервятник. Он носится по карте и от всех по чуть-чуть откусывает. На нем не нужно какие-то там позиционки стоять. Это ватный танк. Он, грубо говоря, как ЛТ-шка. Быстро носится по карте, плохо поворачивает. Но имеет жесткий барабан на два снаряда с альфой 360. Быстро перезаряжается, пыщ-пыщ, уехал, пыщ-пыщ, уехал, и так весь бой мы катаемся. Танк очень сильный, результаты на нем люди показывают огромные. Но на нем в основном играют статисты. Как и у Astran Rex, у него пониженное пробитие. Что там 190, что здесь. Поэтому криворуким танкистам на таких танках в рандоме делать нечего. Также Химера за ЛБЗ тоже неплохой танк. Он уже ближе к обычным СТ-шкам. У него имеется кое-какое бронирование, он более-менее имеет броню. Не сказать, что ее тяжело пробивать, но она есть. Средняя такая подвижность, но альфа 440. Нормальное пробитие, хорошая точность и стабилизация. Орудие очень комфортное. Танк реально классный. Ну и Прожетта это такой вот очередной СТ поддержки. Приятный, удобный. С барабаном до зарядки, но альфа всего лишь 240. На фоне остальных СТ-шек это поменьше. Но он очень приятный и комфортный. Как я уже и говорил, Прожетта понемножку опускается все ниже и ниже. И уже самым сильным и офигенным СТ 8 уровня его не назовешь.
И чем больше будет появляться всяких Бурасков и Астронрексов, тем прожетто будет все ниже и ниже. И когда-нибудь вы вспомните мой видос, где я назвал прожетто не имбой. Чем ниже его опустят, тем будет он слабее. Среди прокачиваемых танков можно вспомнить такие как Indian Panzer, P-44 Pantera и, пожалуй, все. Поскольку остальные танки я купил, покатал и продал, понял, что они не очень. Всякие Т-34-2, которые немножко по статистике поднялись после того, как их апнули, на самом деле как были помойка, так и остаются помойкой. Поэтому, на мой взгляд, среди прокачиваемых самый лучший P-44 Pantera, поскольку это тот же самый прожетто, только чуть более бронированный и быстрее, но размер у него больше. И Indian Panzer — это прикольный ДПМный танчик, на котором классно играть через рельефики. Он имеет немного там брони, можно еще и потанчить иногда немножко. Это единственные прокачиваемые танки, которые можно назвать прям посильнее других. Ну и переходим к ЛТшкам. Среди ЛТ на первом месте по статистике Evan 90, это мелкий такой вот клоп. Чисто про пассивный засвет, очень хорошо у него с маскировкой. Но мощность двигателя слабенькая, ездит он так себе, и орудие с барабаном на 3 пульки, но пробитие, стабилизация, все у него со стрельбой плохо. Но как светляк, это отличный светляк для пассивного засвета, где-нибудь занимать кусты и стоять светить. Следом идет колесник, это уже активный свет, барабан на 2 снаряда с хорошим пробитием фугасом, очень быстро носится, но как и у всех колесников, плохой обзор. Чисто активно светить и накидывать своим микробарабанчиком. И нормальный классический ЛТ, ЛТ-432, советский, имеет неплохую броню как для ЛТ, можно поиграть через рельефики башней, потанчить даже некоторые танки с не особым большим пробитием. Удобный, приятный ЛТ, на котором будет легче всего играть. Из прокачиваемых ЛТ могу выделить как Бульдог самая плохая ЛТшка 100%. И на первом месте среди прокачиваемых, как обычно, британская ЛХМТВ. Почему-то все британские ЛТ среди прокачиваемых на первом месте по статистике. Кто там на них статку поднимает, я фиг знает. Но я на них не играл, сложно что-то сказать. Просто факт. На мой взгляд, на 8 уровне, если подытожить, существует несколько имбовых прокачиваемых ТТ, целая пачка имбовых тяжей премиумных, жменя имбовых СТшек премиумных и пара прикольных прем-ПТ. По сути, больше ничего нет, в основном одни прем-танки. Прокачиваемые танки даже за ними особо и не видно. Выбрать какой-то имбовый прокачиваемый танк очень сложно. Но я назвал лучшие танки, с вами был Варчик, играть красиво, всем пока.